Ребят, всем привет! Хочу поделиться с вами очень замечательной новостью. Я прям весь в восторге от этого. Ко мне пришел мой долгожданный монитор. Я буквально его заказал дня три назад, и вот его уже доставили, вот примерно в такой вот упаковке. В общем, это монитор моей мечты. Так как, ребята, я провожу очень много времени за компьютером, я решил себе обновить именно монитор. То есть у меня есть, в принципе, ноутбук, на котором можно монтировать видео, но экран 17 дюймов совсем мало. Я себе решил увеличить монитор до 34 дюймов. Вот так вот, да. То есть, чтобы именно было удобно, комфортно. И плюс еще частота обновления у него, в общем, выше и так далее. Сейчас, в общем, у нас будет такая распаковочка. И немного расскажу об этом мониторе, почему я его выбрал и так далее. Приступаем к распаковке. Ну что, ребята, добрались до коробки. Коробка вся какая-то грязная. Хотел сначала поставить на стол, но думаю, наверное, это не буду делать, потому что она какая-то вся пыльная. Вот, посмотрите, где она стояла. Видимо, товар невостребуемый, дорогой. Вот, кстати, модель этого монитора. Смотрите, в общем, открывается она очень просто. Здесь вот такие вот клипсы, их просто нужно вытянуть. Такие клипсы. И с другой стороны тоже клипсы. Так, я думаю, что я все достал. Коробка пустая. Очень много уплотнительного материала, потому что товар может повредиться в дороге. Вон, смотрите, сколько черного поролона. Так, что мы имеем? Сейчас, в общем, распакуемся и продолжим. Подставка очень тяжелая. Весит, наверное, килограмма, наверное, 3, наверное. Фирменная подставка Alienware. Все логотипы, смотрите, заклеены. Смотрите, смотрите. Ой, просто замечательно, как это я обожаю делать. Бах. В общем, имеем мы вот такую подставку тяжелую под монитор. И сам монитор. Бах. Тонкие края, посмотрите, тонкие края. Комплектующая. Открываем комплектующая, смотрим, что в наличии. Так, это планка задняя, вот такая планочка. То есть мы ее потом чуть попозже закрепим. Дальше, что мы имеем здесь? Отлично. HDMI есть, провод. Провод питания. Так, вот такой провод, не знаю для чего. И вот такой провод. Это как, это кажется HDMI. Инструкция по монтажу. Инструкция, как открывать коробку. Как я до нее добраться должен? Она лежит внутри. Я уже открыл коробку. А здесь показано, как коробку открыть и так далее. Ну да ладно. Ну что, ребята, установил эту подножку. Устанавливается крайне легко. Просто небольшим щелчком устанавливается на подножку. Буквально вот этот, на эту кнопку нажимаешь, и можно снять полностью ее. Подножка самая, конечно, тяжелая. И вместе с подножкой, я не знаю, на килограмм, наверное, 10, наверное, точно весит. Очень тяжелый монитор. Все, я, в общем, уже включил его тут. Он мне даже предложил сменить язык на русский. То есть есть возможность поставить русский язык. И надо, чтобы это все включилось, засияло и так далее. Нужно пойти установить этот монитор на мое рабочее место. Здесь я, собственно, сижу и монтирую. Надо сюда как-то его умудриться поставить. А ноутбук уже переедет, уже где-нибудь внизу будет. В общем, сейчас все установлю и включусь. Вам все покажу. Фу, еле установил. Кажется, не все так просто. Ну, в плане проводов. То есть, получается, очень много проводов у меня получилось. Ноутбук я сместил вниз.
Вот, он мне как будет как системник, надо будет придумать здесь какой-нибудь, может быть, стеллажик, может, в Икее куплю или как. И он будет, в общем, там стоять, там будет включаться. Вот. В общем, что я понял при подключении, стол маленький, прям маленький, надо нормальное расстояние где-то 80 сантиметров, кажется, или 90 сантиметров от экрана. А тут получается, что сидишь сильно близко. Ну ладно. В общем, первое включение, ребята. Так, сразу же предлагается русский поставить. Я за. Пускай будет русский. Так, нужно перейти на вот этот DP. DP вход. Там есть, в общем, выбор HDMI, а есть DP. Я вот, в общем, выбрал DP. Офигеть, какой он большой. Просто сидишь. На громадный вообще. Так, сразу же видно, что не настроено разрешение. Нужно будет зайти в настройки. В общем, настроил немного монитор, полазил маленько по настройкам. И сейчас, наверное, расскажу, почему именно этот монитор. Я очень много пересмотрел обзоров на YouTube. Смотрел именно большое решение. Хотел именно вот такой вот большой изогнутый экран. И мне понравился именно компания Alienware. Из этой линейки я взял топовый максимальный монитор с диагональю 34 дюйма. Здесь реально три окна влазит, представляете? Три окна. Можно спокойно разместить здесь окно, здесь и здесь окно. И в монтажке окно предпросмотра должно быть просто огромадное. Офигеть, вообще как клево, посмотрите. Это буквально вот мой недавнешний проект. Вот так вот опускаем вот эту вот дорожку. Убираем вот это в сторону. Ну, вот так вот, в общем, смотрите. И просто берем и просматриваем. Офигеть. Поднимается легким движением руки. Опускается вниз. Поднимается вверх. Почему именно этот монитор? Очень много перешерстил YouTube, пересмотрел, в общем, все различные обзоры. И вот мною было решено купить диагональ 34. Начал уже смотреть из этой линейки, что можно было взять. Ну, в общем, были там различные модели именно конкурирующие с Alienware. И я все-таки решил остановиться на этой компании. Мне очень понравились характеристики, очень понравились вот этот дизайн, изогнутый экран. У данного монитора есть поддержка G-Sync. Можно было, в принципе, монтировать на ноутбуке. Экрана, в принципе, вполне хватает, но так как я провожу очень большую часть времени за монитором, и все-таки я решил улучшить свое рабочее место. Я тут недавно подкопил, кстати, денежку на YouTube. С выведенных денег с YouTube я купил себе монитор. За ваши пальчики вверх и комментарии внизу, собственно, я получаю зарплату с YouTube. Деньги подкопил и приобрел себе апгрейд именно для себя. Что еще могу добавить про этот монитор? Данный монитор я покупал на Taobao, именно вот у этого продавца. Цена составила 10 тысяч. Но он мне скидку сделал. Мы, в общем, написали продавцу, он мне скидку сделал, и он за 10 тысяч, в общем, продал. Почему именно, ребята, я купил на Taobao? Потому что на Taobao просто элементарно дешевле, на 4000 юаней дешевле. Открываем официальный магазин на Tmall Alienware. Открываем комплектующие. То есть здесь именно официальный магазин. И вот здесь, в общем, смотрите, цена официальная данного монитора 14 тысяч юаней. 14 тысяч юаней. Это, кстати, чуть похуже. Здесь получается разрешение 2500 на 60 и 1080. Здесь разрешение 3440 на 1440. То есть офигеть, да? То есть есть разница. И, соответственно, цена сразу же возрастает. Так вот, смотрим в официальном магазине. Цена 14 тысяч юаней практически. Это официальная цена
в официальном магазине. В общем, ребята, вот такая вот у меня покупка. Я очень рад своей покупке. Монитор мне очень нравится. Я, естественно, буду пользоваться с удовольствием. Так как я не техноблогер, поэтому не будем вдаваться в подробности, сколько здесь HDMI портов, сколько там разъемов и так далее. Еще какие-то подробности. Я буду просто им пользоваться. Я как пользователь вам рассказал. Вот такой пользовательский обзор, распаковка. Ну все, ребята, на этом закончим нашу распаковку. Я надеюсь, она вам понравилась. Спасибо вам еще раз за лайки. Увидимся в следующих видео. Всем пока.